Ну чё, блин, как мне безопасно спуститься? Наверное, надо обратно идти. А я не могу. А, нет, могу. Нет, не могу, не могу, не могу. Сейчас упаду. Повезло, что не сдох. Давайте сейчас немного пробежимся обратно. Чекпоинт был. В машине у нас что-то должно быть. Вот манускрипт. Вот этот. Я просто уже поиграл, все собрал, сейчас я... Но это я не записывал. Сейчас я заново играю, но уже записываю. Вот этот сейчас тут, манускрипт, вот этот. Нажимайте на паузу, читайте. То есть вот когда я сделал видео, то что я пока запись прохождения остановил, я играть-то продолжил. Но я тут немножко прошел только. Вот, и сейчас я уже записываю, и то, что я не записал, я сейчас записываю. Поэтому эти манускрипты у меня уже есть. Так, тут у нас тоже что-то будет сейчас. Вообще-то, по идее, надо к Расти идти. Ладно, давайте быстренько забежим. Тут еще манускрипты есть. Так. Это у нас вот этот. Rose knew that Rusty was in love with her, and she liked him too. She liked him a lot. He taught her to dance. Все, теперь бежим к Расти. Тут тоже аккуратненько, чуть не упал опять. Тут можно спуститься. Видите, пока я бегал, уже жизнь остановилась. В принципе, я не думаю, что имеет значение время. Как быстро мы к нему прибежим. Все равно будет одно и то же тут по игре. Просто это по сюжету должно быть. И никуда уже от этого не денешься. Как говорится, чему быть, тому не виновать, не миновать. Ну ладно, давайте пробежим сейчас. Бегу я, бегу, блин. Алан очень быстро устает. Смотрите, пипец какой. Все, блин, разрушено. Mr. Wake? Oh, hell. It happened just the way it was on that page. I found Game Drew. New. So dark. It'll come back for me. You must... The lights. In the office. I have the key. Okay, Rusty. Hang on. I'll be right back. Такой вот пипец. Whatever did this couldn't be far. Rusty had found a page from the manuscript. It would help me understand what had happened. Ужас. Так, видите, что случилось? Good boy. Видите, все разрушенное. Уже, блин, установочка такая. Обстановка, так сказать, поменялась совершенно конкретно уже. Так, давайте сейчас обратно. The only way to make sure that Rusty was safe was to get the power running and the lights back on. Тут опять же, неважно, как быстро мы прибежим к тому месту, где надо включить свет, все равно произойдет то, что должно по сюжету произойти. Поэтому мы можем тут побегать, тут сейчас термос должен быть. Вроде, но я его уже брал, поэтому его сейчас тут не будет. Опять же, кому интересно, где какие термосы, вы можете на YouTube найти, там все есть. Все манускрипты, все термосы, все, короче, есть. Я сам все не собирал, и я даже, если честно, сам не смотрел, где все находится. Потому что я знал, что потом я буду играть все равно, или я их собирался Xbox покупать. Я знал, или я куплю Xbox и буду играть сам, и все буду находить. А вот сейчас повезло, так на компьютере вышла игра. Тут тоже манускрипт, по-моему, был. Или термос. Вот тут термос был как раз, ребят, вот здесь, если кто не знает. Так. Там закрыто.
Вот манускрипт тоже. The visitor center was sturdy, but the impact turned the front of the building into splinters. Rusty was thrown across the lobby like a rag. Как раз вот про то, что сейчас случилось, тут написано. Так. Вот сюда надо идти. Ну-ка, а тут у нас еще? Ну-ка, сейчас. Не-а. Нет, ничего. Тут закрыта еще дверь. Ладно. Интересно, манускрипты все, которые я находил, они лежат все равно. А термосы исчезли. At the last instant, I changed direction and threw myself down. The axe splintered the trunk of a tree. I stumbled into the pool. Так. Вот, сейчас будет прикол. То есть не прикол, но тоже такая фигня. О, тут у нас... О, еще патроны. Батарейки. О! I was too late. Someone had destroyed the circuit breaker. There was no way to get the lights back on. Пипец. Сейчас будет новый вид врагов. Все, проверю, запись идет, нет. Так, проверь, сейчас новый вид врагов будет. Смотрите. Во. The ground was covered with oily patches that looked like liquid darkness. В принципе, мимо них можно проходить, но есть такие места иногда, когда мимо них не пройдешь, они загораживают тебе проход. А через это можно пройти. О! Сейчас я потише сделаю, это очень сильно выстрелы. Я даже свет от фонарика не увеличивал. Видите? Ну что тут пока так можно. Так. Просто всего два врага, есть где побегать. Поэтому можно так пока. Видите уже как тут. Вот, а Расти уже нету здесь. Смотрите, и собаки тоже нету. Когда я смотрел прохождение DSP Dark Side Phil'а, прикиньте, он, короче, несколько раз пробегал здесь и искал собаку, не мог ее найти. Короче, вот собака, видите? Вот она. А он бегал тут несколько раз и не мог ее найти. Говорил, где собака, она прям под ногами. Ну что, давайте сейчас тогда на следующее видео, потому что уже 9 минут прошло, сейчас будет просто один момент, и лучше новое видео сделать, чтобы не прерываться потом.